Каргаши. Люди жалуются на владельца питбуля. Говорят, тот выводит собаку без намордника, поводка и натравливает на других животных. Страдают кошки, собаки. На днях очередной случай. Об этой истории нам рассказали волонтеры. Сегодня они поехали в Каргаш забрать пострадавшую собаку. Лапа сломана, тело искусано. Так сейчас выглядит собака, на которую на днях напал питбуль. Все произошло на одной из улиц в Каргаше, Слободейский район. На этом месте 3 марта, это улица Котовского, 99, в 8 утра дети с родителями шли в школу. Бездомная собака отдыхала здесь на своем месте. В это время по улице шел мужчина. Он и выгуливал питбуля без намордника и поводка. Местные говорят, такая история здесь изо дня в день. Человек проходил с собакой, а эта собачка лежала. Она начала грызть эту собаку. Этот стоял и смотрел хозяин. Муж услышал этот. Было очень шумно, было слышно очень далеко. Видел, что там эта собака грызет собаку. Он с вилами подошел разнимать. И разнял. Собака осталась жива. Если бы он не подошел, собаку бы убили. Это было в 8 утра. Дети шли в школу и сад. Кто-то без родителей испугались. Слышишь, садик в 10 метрах от нас, он шел с собакой. Собака резко накинулась на эту дворняжку. Мы развернулись, ушли обратно, пошли по другой улице. После нас шел маленький мальчик, первый, второй класс, без родителей, без никого. Собака очень агрессивная, эта порода, поэтому неизвестно, что дальше будет. Мой ребенок очень испугался, увидя это. Мы ушли, вернулись обратно, я не рискнула туда проходить. Местные говорят, этот случай не первый. Питбуль нападал на бездомных животных минимум 3 раза. Жертвы – кошки, собаки. Первый раз это было в прошлом году. Возле магазина, пускайте, вот здесь у нас, у заставы. Он прямо вот так как держал за поводка. И она начала дергаться, эта собачка пробежала. Он взял, отпустил поводок, и она начала его месить там. Я тоже кричала, говорю, ты что творишь? Он, когда утром ходит гулять, он собирает, где подходят к нему собачки на руки, и он их домой бросает, и она там с ними воюет, эта собака. Она их душит. Люди жалуются, хозяин питбуля не реагирует. Мужчина вышел с вилами разнимать собаку, он просто сказал, что я тебя пристрелю. На хозяина питбуля жители написали заявление в милицию. Бездомную собаку, которая пострадала от питбуля, сегодня забрали волонтеры, показали ветеринару. Он назначил лечение. Дальше передержка на 10 дней. Пса вылечат, обработают от паразитов. А потом хотят передать в добрые руки. По всем вопросам можно обратиться по номеру на экране.